сегодня у нас челлендж. Правда, мама мне рассказала, какой челлендж именно. У нас сегодня снова челлендж, и снова под удар попадает кто? Алиса. Не будем показывать на папу пальцами. У нас сегодня челлендж. Какой? Называется он «Наденька». Наденька? Наденька. Как вам название? Наденька. Хорошее название. У меня есть чудо-мешочек. Вот, вот он мешочек, вот такой вот. И в нем спрятана всякая всячина. Ваша задача — надевать то, что вы вытащите отсюда, на себя, но исключительно на голову, лицо, либо шею. То есть, ну, вот, все, что ниже плеч, отметаем сразу. Неважно, чтобы вам не попалось. Понятно? У кого костюм будет круче, решать зрители голосованием. Угу. Ну, то есть, либо Алиса победит, либо папа победит. У кого будет прикольнее костюм. Да. Договорились? Угу. Так, вручаю вещмешок. Кто будет первый? Я. Ты? Только достаем, не подглядывая. Глаза закрой. Не подглядывай. Доставай, вытаскивай одну штуку, любую. Какую нащупаешь, то и доставай. О, Лиска выбрала самое большое. Открывай. Это шляпа. Так, ну снимай корону. Корона в костюм не входила. Так, аккуратненько. Прическу не испортим. Невозможно испортить то, чего нет. О, Алиска. Аль Капоне. Сидим, балдеем. Папа достает. Что ты там перебираешь, папа? Давай доставай первое, что ухватил. Первое, что ухватил. Хорошо. Хорошо, я там пока пошился. Что это, папа? Носочки. Носочки? Да. Папа, одевай носочки. Ну, их на уши одевай. Алиска, как тебе? Папа зайчик. Да. Чуть. Алиса Аль Капоне, а папа зайчик. Старожила. Старшая собака. Мухтар. Мухтар? Ну, погавкай тогда. Алиска, ты следующая. Давай, глазки закрывай. Так. И ба-ба-ба-бам. Что это? Это моя маска. Это маска Rainbow Dash. Да. Одевай. Шапочку при этом не снимаем. Наряжаемся. Все подряд одеваем. Папа, почему так долго? Папа мухлюет. Папа не мухлюет, он просто нащупал. Он щупает там бусы, если я знаю точно, он не хочет. Алиска с таким выражением лица. Тихо. Так, доставай, доставай, это доставай. Это тоже? Нет, это разные. Папа, убираем одно. Что-нибудь убираем. Так, Алиса, что у тебя попалось? Корона. Корона — это не корона, это шапочка клоуна. И бабочка. Смотри, какая прикольная. Папа, помогай ребенку. Надеваем. Какие вы милашки. Алиска, ты понимаешь, что Аль Капоне теперь будет еще и клоуном? Такой король и шут. Так... Ну, может, не совсем ровно. Посмотри на нас. Папа, бабочку надо еще? Надо пока шапку снять. Шляпу сними. Пока. Так. Оп, 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 оп. Ну, шляпу обратно. Чудесно. Вам как? Rainbow Dash Аль Капоне. Давай. Так, папа, вы мухлюете, поэтому я вам буду предоставлять сумочку. Не подглядываем. Быстро, все, секунда. Да, ухватил, все, оттяни. А сейчас вот развяжется, ага. Так, ну ладно, тяни, давай. Вот, вот я тебе помогла. Так, что это, папа? Это галстук. Алиса? Алиса?
Давай, тяни. Глаза закрываем. Тянем. Ого, Алиса, как всегда, миллион всего. Так. Что там у нас? Алиса, открывай глазки. Алиса, куда тебе еще волосы? Рэмбл Дэш, Пинки Пай, Аль Капон. Так, папа достает. Давай, папа. Что там? Что там? Отцепи. Отцепи. Так, что у папы? Очки. Еще одни очки? Куда ты их одел? Папа, почему у тебя кавказские брови на затылке? Я не могу так больше! Сидим, сидим, балдеем. Так, Алиса, ты тянешь следующее. Глазки закрыла, молодец, давай. Открывай, солнышко. Я даже не знаю, куда. Я предлагаю снять Аль Капоне, надеть вот эту вот шапочку с бантиком, а сверху все остальное. Алисия, я же говорю, у тебя сегодня челлендж. 100 шапок, 100 слоев шапок. Лучше рыся. Она, в отличие от тебя, достает первая попавшаяся и не мухлит. Алиса. Тебе не жарко? Жарко. Жарко, папа готов? Так, достаем. Отлично, наконец-то. Наконец-то у папы на голове что-то появится. Посмотри на нас. У меня вторые очки падают. Алис, как тебе костюм папы? Очень хорошо. Очень хорошо. Так, Алис, пока папа надевает, давай тянем. Тяни, 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 тяни. Молодец. Оп, 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 оп. Подожди, подожди, подожди. Надо распутать чуть-чуть. Алиска надевает бусы. Что, я в маминых бусах. В маминых бусах? Так, папа достает. Достает папа. Что, маска? Да. Кого? Алис, кто это? Вампир. Папа у нас драку папа. Драку папа. Где твои глаза? Так. Вот эти вот очки сзади можно одеть этому, как его? Вампиру. Будет вампир кавказской национальности. Алис, ты видела? Так, Алиска, доставай. Так, о, еще одни бусы. Ничего себе ты модная. Так. Готов, папа? Давай. Я думаю, зрители уже начали голосовать. Что там, папа? Еще один галстук? Да. Мне просто опасно это сейчас снимать. Алиска, давай тяни. Ай, это весело. Что там, доча, у тебя? Котик! И это. И это. Так, это у нас косюлька вывалилась. Ну что, папа, пришпандорь ребенку котика. Куда? Куда-нибудь. Просто натяни. Приложи просто и этот, скажи мне. Подожди. А косюльку мы повесим вот так вот. О, красота. Котик Рэмбл Дэш. Котик Рэмбл Дэш. Так, папа, ты запутался. У тебя скелет скушал этот... Как его называют? Галстук. Все, папа, ты готов? Там осталась, по-моему, последняя деталь. Как раз specially for you. Доставай. Это кошачье ушко. Так.
Ну что, друзья, вот такой вот у нас получился образ у папы и у Алисы. Алисы там и не видно. Какой образ вам понравился больше всего? Голосуем, ставим лайки и определим победителя, как только наберем достаточное количество голосов, да? А победитель получит что? Не знаю. Паспорт. Сюрприз, Алиса. Ку-ку. Все. Давайте раздеваться. Вы молодцы. Алиска, ты красотка. Ай. Ну что, Алис? Хорошо. Теперь стало хорошо? Ну давай тогда прощайся со зрителями. Тебе понравилось? Угу. Весело было? Да. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока-пока!